Система ЖКХ должна работать для людей. Такую задачу поставил губернатор Николай Меркушкин перед руководителями муниципалитетов региона. Все больше вопросов у областных властей в последнее время вызывает принцип взаимоотношений между управляющими компаниями и населением. По словам главы региона, в этом году были случаи, когда жителям приносили квитанции с завышенными тарифами. Чаще всего это связано с повышением платы за общедомовые нужды. Людям начисляют суммы из расчета по нормативам в домах, где установлены приборы учета, хотя обязаны указывать именно показатели счетчиков. Глава региона особо подчеркнул, это грубое нарушение, и такая ситуация недопустима. Уже с десяток, если не сотню раз я говорил, бросить надо подходы, когда человек – это никто. Человек для нас главный. И какая его реакция будет в итоге? Вот два, ну, может быть, три месяца сроку, и здесь должен быть полный порядок. Не будет, будут освобождаться люди. Потому что я тогда буду считать, что вы вместе с ними. Заодно. Глава региона поручил в ближайшее время тщательно проверить все управляющие компании. Я прошу нашему контрольному управлению сегодня сделать поручение губернатору контрольному управлению. Пусть массово проверит, особенно там, где появились эти вещи. Кто управляющая компания, кто за ними стоит, полностью все проверить, значит, и в течение 2 недель доложить мне. Речь шла и о прозрачности работы управляющих организаций. Все компании должны входить в единый информационно-расчетный центр, через который и будут проходить все платежи. Также помочь навести порядок могут и общественные советы микрорайонов. Управляющая компания должна быть подотчетной общественному совету. И общественные советы, если он будет поступать не так, они могут в течение 1 недели принести эти 15% подписей, организовать. И его долой. Губернатор поручил за 3 месяца навести порядок в этом вопросе. Если же он не будет решен, то от своих должностей будут освобождаться ответственные за это направление руководители. Лариса Шлафаст, события.